Ребята, привет! Слушайте, мы сегодня с Кирой просто нереально много спали. Я сегодня проснулась в 7 утра, пошла себе сделала чаечек, овсянку, покушала. Потом думаю, что-то я хочу еще спать. Легла, уснула. Проснулась в 10, пошла помыла голову, походила по квартире, посушила, легла. Проснулась, час дня, и ребенок у меня тоже только проснулся, еще не до конца проснулся. Он еще где-то там во сне пытается звать Шанти. Доброе утро, скажи. Вот, так что мы вот это вот никак не можем прийти в норму, никак не можем проснуться. А Кира одела вообще болеро пляжное, и почему-то она в нем сегодня спала. Не знаю почему, но в Так общем она можно на сегодня. видео? Да, она сегодня выглядит вот так вот с утра. Есть даже с такие специальные кофты. Кофта и... Ну, то есть... Ну, накидочка такая, да, Да. на маечку, да, есть такое. Вот, Готов. позвонила уже своему брату Вообще двоюродному. Сейчас, Шанти. возможно, придет к нам в гости со своей девочкой. Буду с ним разговаривать. Знаете, по какому поводу? По поводу собаки, что если вдруг у нас появится вторая собака, то в любом случае нам нужно будет какой-то человек, который смог бы здесь пожить у нас дома, пока мы где-то будем с Кирой отдыхать. Вот, да. Вот, и сейчас он к нам придет. Если придет, то мы тогда будем этот вопрос с ним вместе обсуждать. Хотела сегодня поехать проколоть себе язык. Знаете, что меня останавливает? Меня останавливает одна очень главная вещь. Меня останавливает долгое заживление языка и то, что я не смогу много разговаривать и Это вообще не смогу самое лучшее. разговаривать. Мама не будет на меня кричать, чтобы я сделала уроки. Кира говорит, самое лучшее, мама будет на меня, не будет на меня кричать. Я на нее не кричу, это первое, я справедлива по поводу уроков. Так вот, меня этот момент останавливает больше всего, потому что я несколько дней не смогу снимать для вас влоги. Я просто не смогу разговаривать, я уже не знаю, я уже даже думала о том, что, может быть, я буду писать тексты какие-то, или буду писать бумажки вам, чтобы вы читали. Мам. Ну, вот как быть? Я не знаю. Пожалуйста, ребята, напишите мне в комментариях. Я знаю, что комментарии на Ютубе отключены. Напишите мне в комментариях в Инстаграме канал Малефисента английскими буквами. Кто еще не подписан, подпишитесь. Я здесь где-нибудь вставлю ссылочку, чтобы вы четко знали, куда. И напишите мне, что делать: прокалывать язык или не прокалывать. Сможете ли вы. Прокалывать. Сможете ли вы некоторое время без влогов Мам, побыть? влоги будут, Ну, мам. влоги, понимаете как? Они, возможно, и будет Кирюшка снимать, ходить. Но дело в том, что реально озвучка будет тоже ее. И я не смогу, ну, неделю это 100%, я не смогу вообще разговаривать. Это если я буду хорошо полностью ухаживать за своим пирсингом. Поэтому не знаю, напишите мне, что делать. Да, Кира. Короче, я придумала. Можно сделать так. Ты там говоришь, вообще лучше вообще ничего не Ну, говорить. лучше сказали вообще ничего не говорить, лучше вообще молчать. Ну так, ты молчишь. Да. И что ты делаешь? А потом, когда ты монтируешь видео, ты просто вставляешь, что ты хотела сказать. Ну вот я же говорю, это называется титры, то есть озвучка титров. Ну, не знаю. В общем, вы мне в любом случае напишите, И я буду говорить. потому что у меня действительно меня останавливает только это. Я уже сегодня хотела ехать прокалывать, и я просто полночи у меня в голове была только одна эта мысль, а как дальше снимать влоги? Ну они-то восстановятся, они будут. Но что делать до того, как язык будет заживать? Придется вам побыть или без нас? Или не знаю даже как. Или Вот реально не знаю как.
мамой, которая не умеет говорить. Да, или со мной, которая будет абсолютно не уметь разговаривать. То есть я буду и шепелявить, у меня язык будет полностью вот так вот я должна буду разговаривать. Не знаю, может быть, вообще не смогу говорить. Вот. Так что, пожалуйста, ребята, напишите, стоит или не стоит заниматься вообще этим делом. Но на самом деле прокол языка – это была моя реально мечта с юности, мечта, которая... Ну, как-то я люблю осуществлять свои мечты, если у меня на это уже есть какие-то возможности, и когда ты уже становишься взрослым и можешь отвечать за свои действия. Но вот реально за это действие мне очень сложно ответить, потому что я боюсь, что мы с вами потеряемся, и это не очень хорошо. В общем, так, опять я села, посмотрите, опять я села. Я на самом деле иду с собакой гулять. Час дня, собака не гулина, и я вообще только проснулась. И пойду себе куплю кофе, потому что у нас уже четвертый день нету кофе, и я на самом деле его не покупаю. Не покупаю почему? Не покупаю кофе, потому что не хочу его покупать. Вот так вот я сказала. Потому что хочу немножко от кофе отойти, пить по утрам чай. Я же пила долгое время мак-кофе. Вот неплохо, кстати, очень хорошо. Но сегодня конкретно хочу выпить кофеечек или латте, или все-таки мак-кофе, поэтому пойду куплю. Кирюша, ну, Заня, что это за бутрики такие у тебя? А маслица? Без маслица. Я просто в шоке. На тебе хотя бы чай нормальный. Я маслица не делаю. Маслица она не делает. На тебе хотя бы чаек. Тарелку возьми для бутербродов, Кир. И положи все красивенько в тарелку. Из досточки все смахни. Так, ладно. Я собака. Шанти, гулять идешь? Давай, вставай, пошли. Я думала, на улице холоднее. А нет, на улице очень даже хорошо. Сыро только. И даже где-то моросит дождик. Но это не страшно. Прогулку все равно никто не отменял. Зато собака счастливая. Так, кофе обязательно пойду себе сейчас куплю. И, может быть, каких-то круассанов. Прийти домой покушать. Купила я две булочки с маком, две сосиски в тесте. Кофе не купила, сейчас зайду в магазин, там лучше куплю. Будет мне дешевле. Куплю пару стиков. И уже где-то вышла тут встречать своего брата Артура. Артура же вы знаете. Шантюська, пошли, маленькая, идем. Вот, буду сейчас с ним договариваться о том, чтобы он смог посидеть с моими животными, пока меня не будет. И почему я все-таки согласилась на еще одну собаку? Знаете почему? Я подумала, жизнь у нас одна, как я всегда говорю. И у меня уже есть два животных. Третье не помешает, будет как есть, так и есть. То есть... Что у меня было три собаки, так у меня и останется три собаки. Вот. Одной собакой больше, одной собакой меньше. Все они маленькие, поэтому думаю, что проблем мне никаких это не составит. Но я еще все-таки задумываюсь, я еще думаю, меня смущает единственный вариант. Вопрос, вернее, о том, что это будет маленький щенок, который будет снова писать, снова какать. Но я понимаю, что все эти... Маленькие писюшки, они не вонючие, но все равно неприятно. Вот. Но Кира мне обещала, что она будет за ним конкретно ухаживать, будет его выгуливать. В общем, теперь будем с ней гулять по утрам вдвоем. Я с Шанти, она с другой собакой. Почему она не гуляет с Шанти? Потому что Шанти не гуляет с ней. Реально, Шанти с собакой не гуляет. Ой, вернее, Шанти с Кирой не гуляет. Шанти гуляет только со мной всегда. Она вообще очень у меня такая специфическая собака. На улицу выходит со мной. Только со мной. И только со мной. Ее, если с кем-то другим, ее нужно брать на руки, относить далеко от дома. И только в этом случае она быстренько ходит в туалет, но потом также быстренько бежит домой. Поэтому люди боятся ее с собой брать гулять, если кто-то другой, потому что она может потеряться. Поэтому вот так вот. Я надеюсь, что другая собака будет гулять с Кирой всегда.
и Шанти привыкнет к этому тоже. И потом мы летом будем гулять. Я, Кира, Шанти, Снег и под вопросом пока еще будущий пес. Под вопросом. Точно так же под вопросом, как и мой язык, который я хочу проколоть. Безумно хочу, но боюсь. Ребята, вот реально хочу, но боюсь. Но останавливает меня не заживление. Меня, я уже как сказала, меня останавливает именно период влогов, которые могут просто не выходить. Так, ладно, ждем моего братишку и идем к нам домой. Решать очень важные дела. Кушать сосиски в тесте с булочками с маком, пить чаечек и общаться. Так, еще нету пока их. Он, кстати, со своей девочкой придет. Вот. Круто. А вот и они идут, а вот и они идут. Шантюська, смотри, кто идет. Где Артур? Где Артур? Где? Где чужой? Ладно, где чужой? Где чужие? Вот это чужие, да? Привет, привет! Мы уже сидим, отдыхаем. Артур проверяет мои наушники. Всем привет еще раз. Да, думает, что они какие-то не такие. Ну как? Ну, Apple китайщины лучше, что еще сказать? Да? Ну. А я, ребята, знаете что? Ой, эхо какое-то. Она будет пробивать язык. Да, ребята, я записала завтра на пирсинг языка. Короче, все. Я ей, конечно, говорил еще кое-что пробить, но вот это такое. Так, тихо, меня дети смотрят. Завтра в 12 часов мы уже должны будем прокалывать язык. Со мной едет Артур, еду я, едет Кирюшка, которая ушла гулять, и едет Ируська. Она, короче, стесняется. Не будем ее снимать. Ну да, я тоже так не знаю. Вот. Так что завтра я уже буду с дыркой в языке. Ребята, лайкусик, поддержите. У нее будет еще одна дырка, поддержите ее. У меня есть здесь три. В пупке и еще будет в языке. Ребята, лайкусик. И фух. И завтра встретимся на, в тату-салоне. Кстати, там, где я делала себе татушку, да, я нашла себе все-таки их. И завтра еду туда и буду себе делать язык. Так что, если я не смогу с вами разговаривать нормально, то, я думаю, вы меня поддержите. То подписка, лайк и главное поржать. Да, главное, не забудьте это, посмеяться надо мной. Ну, так бывает. А еще, знаете что? Я не могу найти собаку мопса. У нас, представляете, в Киеве нету мопсов. Есть только черные. А я хочу себе рыжего с черной мордочкой. А их у нас нету. Поэтому будем ждать, пока родятся маленькие щеночки. Пока, к сожалению, нет. Но зато завтра будет язык.